Ресторан «Кавказ», как будто не сезон. Тишина, никого, ни души. Хотя ресторанчик очень даже. И на улице вон сколько столиков. И здесь красота. Да просто красота. Кондёр работает. Здесь, дай бог, прохладненько, свежо. Да, мы вдвоем, наверное, будем. Ну, тут очень цивильно. Валер. Молодочек, можно вас заснять? У меня канал на Ютубе. Ничего? Отлично. А как вас зовут? Давид. Давид, очень приятно. Валерий. Валер, давайте вы читать сейчас. Значит, нет, крылья нам не так это, а свиная шея, да? 230... Это за 100 грамм. За 100 грамм, да, Валер. Это что, шейка? Да. Ну да, да, 300 грамм надо. Вот, да лучше 400 грамм. Да. 400 грамм. Вот, и что-нибудь из овощей к шашлыку. Разливное пиво, жатецкий гусь. О, Давид нам шампанское открыл. О, спасибо ему. Ой, прохладительная влага. Спасибо. Ну, любимая, Ава. За приезд. За наш приезд. Ой, ну, дай бог. Не сниму. Мы такое вот шампанское не пили. Брют, шампанское абхазское. Вот, имейте в виду. Обалденно. Очень настоящее. Настоящее вино. Настоящее. Очень хорошее. Очень вкусное шампанское. Ой. Ты соль нашла? И перец нашла? Да. Всякий кусок, это, наверное, два. Ну, ты, ну просто возьми к себе на тарелку, и там уже орудуй ножом. Нет, ну неплохо, ну просто долго лодочку ждать. Хачапуру заказали. Хлеб не дали. Хлеб не дали. Я удивляюсь. Обычно, что бы ни заказывал, там шашлык, салатик, всегда лаваш. Хлеб дают, лаваш какой-то, да. Вообще здесь здорово. Под шум прибоя. Ой, кто-то уже. Ну, это как у Толстого. Из леса раздавались девичьи голоса, постепенно переходящие в женские. Да. Ну, надо было, конечно, делать все под камеру. Я желточек здесь. Ну, уже. Не успел, ты аж есть так хочешь, я так бы, да. Вкусно. Очень, очень нежно и вкусно, да. Хорошо. Ну, пошла вторая бутылка шампанского. Вкусно. Дома одну не можем, да? Выпить, Вот дома мы одну бутылку не можем выпить на двоих, на много. А здесь на нервах и море, морской. Воздух подошел к вам. И морской воздух. Спасибо. Спасибо.